В период паводка в области затопило более 4000 домов, половина из них признаны непригодными для проживания. Для пострадавших от паводка североказахстанцев в микрорайоне Берлик возводят дома. Татьяна Геворкян уже получила ключи от нового жилья. Подробнее в следующем сюжете. Среди новоселов и Татьяна Геворкян. Она жила в микрорайоне Подгора более 25 лет. Большая вода поднялась до окон и стояла месяц. Старый дом признали аварийным, и он подлежит сносу. Горожанка выбрала жилье в новом микрорайоне Берлик. Вода поднялась, дамбу прорвало. В этот момент я проживала в России. И как бы все новости узнавала по СМИ, родственники мне, сын звонил, внук звонил и рассказывал, как что происходит. Присылали фотографии. Потом 19 мая, вода когда сошла, 19 мая мне сын сообщил, что будет сноситься наш дом, не подлежит к жилью. Мне пришлось вернуться. Мебели и техники не осталось. Все ушло под воду. Сейчас приходится начинать жизнь с чистого листа. На выделенную единовременную выплату Татьяна Геворкян приобрела кухонные принадлежности и постельное белье. Новому жилью очень рада. Дом прекрасный. У нас под горой был дом 28 квадратов, а здесь 80 квадратов. Я уже распланировала, где у меня внуки будут спать, как у них это все будет. Мебель я уже выбрала. Так что жизнь начинается с первой страницы. Когда к нам приезжал президент в Петропавловск и обещал, что дадут жилье, будут выплаты, я это слушала, как бы не верила этому. А когда вот это все действительно дали жилье, дали выплаты, помогли с мебелью, с техникой помогли. Низкий поклон, прям большой-большой рахмет. Новое жилье нравится жительнице микрорайона Берлик. В доме есть все необходимое. Свет, вода, газовая плита, холодильник и обеденный стол. Алихан Жаксыбаев, Куанар Абдрахманов, служба новостей.